знаю, что мы можем очень простое рассказать об этом креме, если мы его сравним. Смотрите, что касается морщин. Есть L'Oréal, называется «Возраст эксперт», борется с морщинами. В принципе, это ну, примерно равный нам по брендингу продукт, да, стоит 6 евро, дешевле даже нас. С другой стороны, у нас есть уникальность, которую мы понимаем в экологении, стволовые клетки растений и так далее. Здесь ничего не заявлено такого, чтобы, ну, и цена 6 евро, да, цена ниже, никакой уникальности в этом плане нет. Dior 117 евро, омолаживающий крем комплексного воздействия для абсолютной красоты и питания кожи. Здесь объясняется, почему происходит, за счет чего происходит процесс разглаживания морщин. Тем не менее, у люкса есть соответствующая цена – 117 евро. Lancôme – знаменитый крем, с которым мы сравнивали коллаген как раз. Да? Помните эту презентацию, где показано, по каким компонентам мы превзошли Lancôme. Именно этот продукт, Genifique, 85 евро стоит. Он стоит 85 евро, при этом мы еще с точки зрения компонентного анализа гораздо эффективнее. Вопрос, да? Являемся ли мы здесь уникальными? Конечно же, являемся. И космецевтика, опять же, Виши, стоит дороже нас – 40 евро. Мы в данном случае не можем сказать, что коллаген у нас тоже космецевтика, нам нужно быть как бы правдивыми, да. Тем не менее, мы говорим, будучи косметикой, почему этот продукт уникален. Мы уже сами сегодня только за момент этой презентации два раза повторили, в чем уникальность этого крема. Поэтому с точки зрения цены, здесь мы, конечно же, опять же, победители. И вот смотрите, что теперь опять же, суммируя эту уникальность именно коллагена. Из всего ассортимента средств по уходу за кожей лица, представленные в России, наличие стволовых клеток растений заявлено только у двух компаний, у двух марок, которые работают в категории люкс. Нам они вообще, то есть мы с ними даже не пытаемся никуда рядом встать, это совсем другая аудитория. Из масс-маркета, кем мы являемся, из широкого потребления, Oriflame единственная компания, у которой заявлены эти формулы, да? Соответственно, если у нас цены на люкс, мы также можем как бы с вами себе, не то чтобы представить, мы их только что увидели. Соответственно, есть в этом плане у нас тоже огромная уникальность. И человеку есть смысл к нам прийти в Oriflame не только на покупку даже, да, но еще для того, чтобы к нам зарегистрироваться, для того, чтобы иметь доступ к такому уникальному продукту, которого нет в магазинах. Я просто прощелкаю вам, последним мы взяли показать, что есть везде наша уникальность, в том числе и в декоративке. Но легендарные продукты, конечно, наши.